Дорогие друзья, вы, наверное, уже привыкли к моему формату, что я что-то озвучиваю закадровым голосом и вот такой вот манере непринужденной пытаюсь все разжевать. Ну, стараюсь как бы сделать более доходчиво материал, который я наснимал, пытаюсь его донести более доходчиво. Но в этот раз хочу вам подкинуть немножко другой экспириенс. Сейчас речь пойдет о том, как я закончил свой визит в музей стрит-арта. И попытаюсь донести смысл, передать эту атмосферу без слов. То есть хочу вот все, что наснимал, именно этим вести повествование. Давайте попробуем. Вы в комментариях, если вам что-то непонятно, спрашивайте. И напишите, как вам вообще такой жанр. Такой, ну, якобы псевдодокументальный, что ли, так, я не знаю. Давайте попробуем, посмотрим. Это уже съемки. Ну, такое, типа, я хочу снять кухню всего этого мероприятия. Тебе, мне кажется, пригодился бы какой-нибудь ремешок, чтобы так баночки рассовать. Ну, это да, это такие прибуды для профессионалов. Я не профессионал, к сожалению. Побегать, типа, не лень. Да. Что ты делаешь? А, слушай, а похоже, тут уже есть твоя работа, да? На кухне? Нет, а на плитках маленькие. Нет. Очень похоже. Да? Где кирпичики такие люди. Ты фоткал? Снимал. Не покажешь? Сейчас покажу. Куда это пойдет? Ну, пока никуда, не знаю. Вообще договорились, что это будут такие микроинтервенции. Я просто, вот как ты сказал, типа хотела их какие-то secret place разместить. Надо еще покрасить. Вот. А так, да. Что у вас получится? Пюре с котлетками и рататуй. Какая прелесть. И салатик. Сейчас понял, что у тебя вообще весь объем, да? Да. Там еще надпись среди всех этих ветвей будет надпись, когда уже звезды. А ты нечто подобное делал уже, ну, имеется в виду по масштабу? Наверное, чуть поменьше был фасад. Ну да. Ну, короче, личный рекорд у тебя, да, вот в этом году? Делал девятиэтажку, она была не горизонтальная, а вертикальная. И что удобнее? Ну, тут вот неудобно, что вот эти. Музей случился здесь благодаря существованию завода слоистых пластиков, который, в свою очередь, появился здесь, на Малой Оксе, в 60-е годы. Вот. Ну и в процессе там 70-х, 80-х, 90-х он активно разрастался. Вот трубу, наверное, последнее такое культовое, может быть, или крупное. Крупный объект построенный, это труба 92-го года. Вот. Притом интересно, что в 92-м году трубу закончили, но в 90-е нулевые котельная, как мне рассказывал там, Таня, рассказывали там свидетели тех лет, представляла из себя наркопритон. Вот. То есть музей появился так. Дмитрий Петрович съездил в Китай. Здесь тусовался Андрей. Вот. Дмитрий Петрович ездил, увидел фабрику, я не помню, как называется, то ли О-10, то ли... Ну, в общем, у нее какое-то такое короткое название. И эта фабрика его вдохновила, и, вернувшись из Китая, из командировки, он сказал Андрею, мол, давай заниматься пространством по-серьезски, не просто здесь тусоваться, а будем делать здесь музей. Наиболее ценный, да.
Это хранилище, здесь работы, которые нам либо сдаются после выставок, иногда мы покупаем, иногда нам их художники дарят. Вот, и можно повынимать, посмотреть, может быть, что-то себя отметить. Вот, кстати, Харри, про которого я говорил. Сори, просто решаю параллельно оперативные вопросы по монтажу. Не могу без них. Я отправлю на почту. Ты живешь перед скорее в бухгалтерию, что нужно пройти какой-то специальный контроль, на результат денег доставки, бесплатную доставку с ним всегда без респиратора работаешь? Да. А я в целом банками не это. Работаю так. Ты что, закончил? Ты мне начать-то. Потерение нет или что? Что это такое? Хорошо. Это все единственное. Там машина стоит. Я жду Серегу, чтобы он мне хотя бы все, все дал, сделал, потом мы пошли, потом начал где-то только вырезать, но это страсть. Бомбани вон туда за угол просто. В истории постоянно, на самом деле, у нас был школьный театр, ну, такой, типа, хобби, любительский после уроков. И я уже не помню, что за спектакль был, но там в основном животные. Я волка играл. И накануне, когда я нес одну из декораций, был такой пенек, я упал на ступеньках и сломал себе палец. Причем, ну, так сломал, что мог без пальца, кстати, потом остаться. Мы сказали, может, приживется, может, нет. Ну, и у меня такой, такой гигантский гипс был. И... А? Вот этот? Да, кстати, да, вот большой указательный правый палец. Ну, прикинь, как бы повернулся бы. Да, да, он причем вот так... Просто не стал бы рисовать. Так реально, я думал об этом потом.
И он вот так вот, ну, знаешь, свернут на бок, и мне вот там что-то пришаманили, и сказали, ну, извини, как получится, приживется, не ну, все нормально. Так суть не в этом, суть в том, что в итоге был спектакль, мы репетировали, и я такой с пальцем и в маске. И мы играли для детей младших классов, сыграли спектакль, но они из этой же школы, и я потом без маски уже ходил, такие, вот, познавали меня постоянно в этом пальце. Привет. Первый раз. Я это делал первый раз. Ну ладно. Сейчас надо замерить, получается, вот, вот это расстояние. Да, ну да. Нет. Да? Да. Здесь? Ну да, точно. Ну да, нет. Да? Он вот приезжал, но... Приехали? Я решил вам, ну, с вашего позволения помочь. Я нашел ножик, если вы будете вырезать. Мы купили. А, рулетки. А? Рулетки нет. Нет, нету, нет рулетки. Сережа тут есть, можно у него спросить. Мы купили. А. Спасибо. А, вот лента. Да, я об этом и говорю. Да-да, знаете, это кассовая зебра. Вы еще, типа, этикетки печатают на одежду. Да, она выжигает по чеку. Пока не потеряет. Бля, мы купили. Спасибо. Мы купили же, да? Да, да. Это выжигает лазером. Пойди, это типа вы к чему? Он такой нашел. Грязный, но острый. Ее хватит. Должна хватить. Нет. Нет, значит 10. Вы можете снизу еще смотреть, чтобы вот по этим меткам шло. Да, да, да. Ну видишь, тебе надо лестницу все равно открывать. Все, я буду. Отрывай. Вот. 30. Метку тут должно. Сейчас мы придем, мы следующую метку попадем. Может, как-то криво выбирать? Ну на ООН, нет, на ООН надо как-то выводить. Что это за район? И ты в деле. А? И ты в деле, да? Как приятно, когда укладываешься прям тютельку в тютельку. Особенно приятно, когда заранее укладываешь. Ну, заранее такое чувство, как будто что-то не доделал. А когда прям под финал ровненько. Не соглашусь. Если сделал все грамотно, нравится, и заранее, я доволен. Особенно. Тебе еще пару дней, да, понадобится до того, чтобы закончить? Я сегодня стараюсь почти. Ну ты что, серьезно? Как охота? Отлично.
уже флешку высадил. 32 гигабайта. Свет смотрел, чтобы, ага, посмотрел, типа, здесь свет кривой, сейчас через пару часиков вернемся, перефоткаем. Короче, всю флешку высадил, там еще с ребятами снимал. В 2018 году? Да, короче, это самое, в 2018 году в Екатеринбурге хотели на месте сквера построить храм. Ну, а, и... помню эту тему, да. Да, это как бы известный довольно-таки случай. Ну, в общем, короче, народ сбушевался, там начались вот протесты и все такое, и журналист «Сия Руси» Владимир Рудольфович Соловьев, всеми нам любимый, вот, в прямом эфире своей передачи назвал жителей Екатеринбурга цареубийцами, ну так у нас царя в свое время убили, а Екатеринбург городом бесов. Ну и там всякую начал чушь гнать, что типа я приеду, я буду изгонять, там все такое, ну в общем, короче, полнейшую дичь. Но улица отреагировала, и на следующий день на въезде в Екатеринбурге, вот стандартная уже табличка, которая, что начало города белое, где написано Екатеринбург, снизу появилась точно такая же «Город бесов». Вот. Чуть позже по всему городу стали появляться вот такие большие плакаты, то есть огромнейшие «Город бесов». А еще чуть позже стали появляться стикеры. Вот. Автор как бы не разглашает себя, уже прошло 2 года. До сих пор как бы автор не раскрылся, но у меня так получилось, что у меня этих стикеров очень много, и я один из главных поставщиков в Екатеринбурге. Вот Ростритатнадзор. А, есть еще вот такой вот Ростритатнадзор. Это вот как раз наш подкаст. Ну, понятно, что. Да. Роскомнадзор. Большое спасибо. Я вообще обожаю стикеры. Что я вижу? Я вижу. Ну, ты видишь яблоко? Нет. Чего? Ну, потому что его там нет. Яблоко не вижу. Срочно. Ребят, срочно стикер. Все, хватит, мне не надо полную. Пульс там. Он увидел, как вот это, что льет что-то. Звук, звук такой, типа. Русский, налей русскому. Ну, меня вряд ли. Я не вызываю подозрений. Почему? Я тоже думала. Без привода. Так, я реально. Ты сейчас так делал? Сейчас так. Не, мне нельзя. Сделайте в полицию. Короче, я... Может, не на ура? Ладно. На самом деле, надо, чтобы... Каста? Чтобы вы помогли это организовать. Ты теперь вообще как? Ну, это специальные очки. Теперь все у тебя есть. Тебе все специально. Так мы сейчас вот собираем и побежим. Отсюда забег на нижнем. Дополнение просто, как... Сперва в аэропорт тебя проводит. О, идет на съемок. Тихо.
Вот и закончился цикл «Питерский трип». Напоследок хочу рассказать вам о моем любимом месте здесь. Это станция Приморская, выход на Невскую губу. Скажи, как выставка прошла? Тут пиздачно. Давайте посмотрим на эту локацию в трех временных отрезках. Это 2010. О, лень. Без коня. Очень осмысленно, по-моему. Питерский художник. Помню, насколько меня впечатлили эти работы, которые тогда висели там. В 2018 уже заметно все перебафили. А уже в 2021 здесь сплошная чистота. Вот так-то. Вы просто зацените, какой тут андеграунд был тогда. Вот это меня как раз и покорило. А как изменилась сама территория, это небо и земля. Приехав туда спустя 8 лет, я нормально так подохуел. Никакой трассы тогда и в помине не было. Еще этот уродливый шпиль появился. Лахта-центр. Выглядит как цитадель зла, блядь. Не, ну видно, что с креативом у местного населения здесь все в порядке. Я люблю приходить сюда напоследок, когда уже обычно отчаливаю с Питера. Зависнуть здесь в раздумьях – это прям самое милое дело. Это всегда было обычным пустырем, а сейчас место просто не узнать. Ты решила весь потенциал камеры сегодня здесь, да? В смысле потенциал? Два дня проебывалась где-то, а сейчас решила все заснять. Ковер, вот, ради этого я приехал сюда. Они делают новый материк, знаешь, как в Арабских Эмиратах. Заванговал. Здесь реально появился пляж. И осенью, вечером здесь можно было спокойно уединиться. Вот летом, знойным днем, здесь полно народу. Вообще не знаю, к чему я это. Просто хотелось поделиться с вами. Поддержите по-братски этот видос. Лайк и подписка. Если до сих пор, конечно, этого не сделали. Ссылку на инсту и группу ВК я, как всегда, оставил в описании. Я не прощаюсь. Врубайте следующее видео.